Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами сделаем очень красивые бантики, которые делаются очень просто. Справиться с ними даже начинающая рукодельница. В длину такие бантики 8 сантиметров. Я использовала для своих бантиков сатиновую ленту с атласным краем. Ссылочку на магазин, где я приобретала эти ленты, я оставлю в описании под этим видео. Досмотрите видео до конца, я вам покажу еще несколько вариантов таких бантиков, а также я вам покажу еще вариант с обычной репсовой лентой. Ну что ж, всем приятного просмотра.
Ну а теперь я вам покажу еще варианты таких бантиков. Это тоже сатиновая лента шириной 3 сантиметра. А этот вариант — репсовая лента шириной 2,5 сантиметра. Отрезки я брала точно такие же, как и для ленты 3 сантиметра. Напишите в комментариях, какой вариант вам понравился больше всего. Спасибо всем за просмотр!